Привет, с тобой Наташа Фреш, и ты смотришь новости Первого на Музыке Первого. И пока мы с тобой не виделись, премьеру «Преступление и наказание» снова перенесли из-за критики. Автор тайно жил в доме Канье Уэста, чтобы написать о нем книгу. Анна Седокова поделилась секретом женской энергии на своем сольнике. Погнали! Сериал «Преступление и наказание» еще не успел выйти, а ему уже как будто бы не везет. Уже и каст звездный, и сюжет классический, а премьеру опять перенесли. Планировалось, что первые эпизоды выйдут 26 октября, но релиз сначала отодвинули на сутки. Свалили все на технические и операционные трудности. Зрителям пообещали, что на следующий день сериал станет доступен. Однако его снова отложили, теперь уже до 29 октября, но это еще не точно. А может быть, дело в том, что критики не очень-то его оценили? Пока что проект получил больше негативных отзывов, но по-настоящему оценить его смогут только зрители. Комик Джон Сафран загорелся идеей написать книгу про Канье Уэста и не нашел лучшего способа для вдохновения, чем тайно пробраться в особняк звезды. На удивление, проникнуть внутрь дома оказалось проще простого. После своего рискованного эксперимента Джон признался: «Я пошевелил раздвижную стеклянную дверь, и она была открыта». Фанату повезло, что в тот момент Канье вместе со всеми домработниками и персоналом уже много месяцев находился в другом месте. Иначе Джон рассказывал бы эту историю не на вечернем шоу, а где-нибудь в суде. Хотя мы предполагаем, что охране дома от Е все-таки прилетело. Если вы не знаете, как совмещать много разных дел, обратитесь к Анне Седоковой. Она успевает развивать карьеру, быть мамой и сиять на сцене. Мы сгоняли на сольник Анны и узнали, как ей это удается и какими советами она готова поделиться. Погнали смотреть! Она такая красивая. Как ты думаешь, ее можно стать примером для молодых девочек? Она самая настоящая девочка-девочка. Стихи, музыка и просто так любовь. Может, вполне. Потому что она классная, она красивая. От нее особая энергетика просто идет. На самом деле я очень рада, что столько любящих меня людей и знающих песни. Мне все время хочется, чтобы зрителю было хорошо, чтобы он был прям супер счастлив. Она мама. Она выступает постоянно уже много лет на сцене. Так она еще сама ведет свои соцсети. Как ты думаешь, как не умещается столько ролей? И это все дисциплина мышления, которая позволяет ей так умещать самые крутые вещи в своей жизни. И я поняла, что я нашла этот какой-то свой укол, который был другой, и мы идем дальше, и дальше будем жить. Ты пользуешься каким-то из ее советов, которые она дает? Пользуюсь советом, слушай свое сердце. Помогает? Помогает. Всегда. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что всегда на связи в наших социальных сетях. Телеграм-канал VibeHit и группа ВКонтакте Music One TV. Подписывайся, оставляй свои комментарии, реакции и оставайся с музыкой Первого.